Всем привет, ребят. Начинаем помаленьку стрим. Россия против Украины. Как я и обещал, больше сегодня ничего стримить я не буду. Ну, в любом случае, будет интересно. Пока что-то я всех не вижу, но я думаю, что сильных задержек в любом случае не будет. Не знаю, кто начинает. Вижу на канале пока что Вердоса, Реву, Тиран Вика, Димагу, больше никого не вижу. Но я думаю, что все подойдут сейчас. Состав сборных могу вам озвучить, конечно. Украины уже давно состав известен. Казбладим Агамината. Вот. У России состав следующий. Тиран Вик, Верди, Револьвер, Титан. Култи немножечко не хватило там в голосовалке. Ну, почти. Смотрю, что там в новости происходит. Вот. Ну, ждем начала. Так, Блая ждем мы, я так понимаю, сейчас. Блай куда-то отошел. Ждем, короче, первую пару мы.
Так, да, я не в тот канал пишу, ты абсолютно прав. Так, короче, сейчас Блайз виртуозом определяться, кто первый игрок, напишут карту и, ну, я создам. Вердос тут шутит. Хорошо, что такие великие личности, как Zerg TV, решили подарить чуточку своего внимания этому событию. Ну, пусть все стримят, не жалко, в принципе, никому. Наоборот, лучше, больше людей увидит. Вот, ну ждем начала, ребят, сейчас Ревыч с Блаем что-то отпишут, я думаю, все-таки. Так, а где Блай-то? Ему в скайп сам. Так, почему я не повлиял на состав? А как я мог повлиять? Голосовалка была вам доступна, вы и голосовали, как бы. Ну, Титана все хотят видеть, очевидно, он поэтому и выиграл голосовалку. За Култи проголосовало 68 человек, за Тиран Вика 76. Они были очень близко, но 900 человек проголосовало. Между прочим, за Сливку проголосовало 51, за ЛЗ 53. То есть, как бы, за Кул 63. Он тоже очень близко был. Вот. Ну, нельзя было трех ставить вариант или четырех игроков. У нас такая голосовалка. Но вы сами голосовали, поэтому... Собственно говоря, не знаю, кто лучше, Тиран Вика или Култи был бы. Посмотрим, как Тиран Вика отыграет тот же, почему бы нет. Так, короче, ребят, мне... Короче, ребят, создаю первая игра. Верди Димага у нас оказалась такая вот. Dusk Towers у нас. Смотровые башни. Первая карта. Где эти чертовы башни? Сумеречные башни. Что за сумеречные башни? А, сумеречные башни. Значит, сумеречные башни, ребят. Какие к черту смотровые башни? Всех зову в игру.
Так, титанчик здесь пришел. Я думаю, не против никто, что тут титан будет находиться. Все, все готовы. А, к турниру стрим прикрепить. Действительно, надо прикрепить к турниру стрим. Всем привет, ребят, кто недавно пришел. Начинаем. Димаго Вердос первый. Вот, буду стримить. Я тут прикрепляю стрим. Все в порядке. Все нормально. Теперь будет видно. Если вы не успокоитесь, то будут баны на подольше. Естественно, Б9 у нас, соответственно, до 5 побед все происходит. Вердос первый против Димаги бьется он. Ну, посмотрим, что Дима сможет противопоставить Вердосу, который, между прочим, в Таиланде тренируется на корейском сервере. Но тут есть и минус. Задержка присутствует, естественно. Это 50 пинг. Ну, 350 пинг — это сильный пинг, безусловно. Ну вот, посмотрите, пошла хатка. Поставил я свой тут пинг. У Вердоса нет. Пошел первый, кстати говоря. Привет, Аранда, тоже стрелок играет. Ладер, я уже об этом говорил, и всем это известно. Вот, оно не собирается возвращаться. Гейт у Вердоса идет в разведку. Здесь третья хата до пула пошла. Давайте чуточку ФП посмотрим. АПМчика чутка у Вердоса, очень сильно он. Прошу прощения, ребят, что раньше не начал, но... Записи уже выложены Nation War. Второй день я не стримил, на самом деле, то, что происходило вчера. Вот, и поэтому, соответственно, и записи не будет вчерашнего дня, я даже не знаю результаты. Вот ты мне говоришь, что Китай выиграл Норвегию, ну, все, значит, Норвегия домой. Здесь у нас кибернеточка, за гейт пилончик есть, в принципе, у Димаги даже ни одного газа пока не заказано, ну, по рабам ровно пока что, ну. Вердос, естественно, сейчас выйдет вперед, как и должен Протус это делать. Поначалу, ну что дальше будет, рост хороший. Вижу, что сталкер заказан в гейте. Нету адептов, продакшн, пробки возвращаются домой. Димагас тут 6 лингов перестраховочных. Как-то так. Ну а здесь третий Нексус, обратите внимание, пошел на 2.50. Ну, стандартный сверхранний Нексус, я бы сказал, что это... Сталкерам нужно, ну вот нельзя так атаковать, нужно под овера зайти и попытаться стрельнуть, ну вот, из-под него-то, а возможно он в эту сторону полетел бы, и было бы больше выстрелов у овера, возможности, чтобы сбить, у сталкера, чтобы овера сбить, но он и так погибнет, кстати говоря, этот овер. Здесь минус пробка, может быть, заказан Твайлайт, кстати, очень ранний Твайлайт, сталкер убивает овера, но в это время Вердос пилон потеряет, обратите внимание. Бустится адепт, бустится мазеркор сейчас.
Нужно сталкером, конечно же, на рампу встать сюда, вот уверчаж выставить, выставляет Вердус уверчаж. Ну, линги, конечно же, погибнут моментально все, нужно новый пилон ставить. Димага уже четвертую хат ставит, 9 дронов еще строит, то есть он играет максимально халявно против максимально халявного билда оппонента. Для чего вот это здание нужно? Оп, а вот это интерес уже пошел. Ну что же, посмотрим, к чему это приведет. Да, Division посмотрим. Ну, Димага все видел, сколько баса Вердоса, но не знает, во что он пока играет. Очень важный момент. Так. Макс от всех убил. 4-0 китайцы выиграли. Вот дают. Зато с Тайванем 4-2 в лузерах. Вижу робо у Вердоса, вижу плюс 6. Так, плюс 6 гейтов вижу. Газ вообще не добывал, кстати говоря. То есть это бил исключительно анти... Не анти, это билд минеральный такой получается у нас. То есть тут будет, ну, очень большой масс ребят, которым вот этот грейд делается. И, ё-моё, 9 гейтов. Ну, это в стиле Вердоса старые такие темы, но с 3-то бас это работает. Это раньше он с 2 9 гейтов ставил. Здесь 3-12, в принципе, почему бы и нет. Мазеркор висит, но обязательно призма здесь для исполнения билда этого. У Димаги линги строится, мув роучем делается. Гидроден, спайр, смотрите, Димага сейчас может ошибиться. Почему? Потому что он строит очень много зданий, которые не дают ему никакой безопасности абсолютно. Варп зелков идет, у Вердоса все новый и новый. Видит чаш, но вот чаш зря, наверное, Вердос сейчас так рано показал. Вижу 8 роучей в продакшне, призма скоро тоже вперед полетит. Вердос, я так понимаю, третью хату не видел до сих пор. Четвертую, точнее, нужно вот, может быть, обнаружить ее, но он пока не обнаружил. Да, варпы гигантские идут, Вердос выдвигается всеми своими юнитами вперед. Мазеркор дома оставлен, сейчас при таком раскладе, в принципе, и Мазеркор можно брать с собой. У Димаги 9 роучей, реважа 13 лингов, здесь 20 зелков, уже 20, ребята, зелков. Вердос собирается задавить, но роучи все больше и больше строятся. Вот призма прилетел, пошел очередной да варп, лимиты, ну, очень близки. Вердос заходит на хайграунд сейчас. Зилки прыгают на чаже вперед. Есть реведжеры. Реведжерами Димага не кастует ничего пока. Грейды у Вердоса нулевые. Может быть, призму имело бы смысл сбить, но Димага не по призме. По юнитам, по боевым стреляет. И в итоге с разных сторон зерк дерется. Это ему очень невыгодно, потому что иначе роучами можно было бы раскайтить, попытаться. Как тут сейчас хорошо реведжеры как попали по зилкам, но... Вердос сминает флам сейчас. Посмотрите, насколько здесь много всего. Зелков слишком много, они буйствуют, тут бесятся на чаже сейчас. Им даже всем некого ударить-то каждому, ё-моё, здесь. И, естественно, это 1-0, ребятки. Это, естественно, 1-0. Не смог Димага вовремя роучи намасить. Хотя, если бы он пораньше чуть-чуть начал заказывать роучи, я думаю, что он бы легко бы отбился здесь достаточно. Вот он слишком много зданий построил. И Гидроден, и Спайр, и Роуч Ворон. Грейдов надеял, но в итоге не сдержал, тупо маздил это по атаку. Ну что, зелки все заходят и заходят. Здесь на четвертой базе ничего не происходит. ГГшечка пошла. Ну, такой вот Вердос билд с зелками демонстрирует. Ждем второго игрока от Украины и будем сейчас, собственно, продолжать. Жду карту, создам, все будет нормально.
Так. Террасы Приона, говорит, была Минато следующий. Создаю. Минато готов одолеть буйного Вердоса. Ну что же. Так, где у нас Минатыч? Зову в игру. Всех я сейчас. Минато заходит уже. Титан сам запрыгнет, если захочет. Поехали. ГЛХФ Артём пишет Минато. Все готовы стартовать. Минато против Вердоса второго. Вердос второй. Был только что первый в первом матче, да, сейчас. Вердос второй выходит биться против Минато. Карта у нас террасы Приона, где золото обычно берут очень рано. Здорово, Ром. Ну, будет интересно. В любом случае, Вердос приехал, пробку привел в площадь золота оппоненту. Ну что же, посмотрим, что из этого выйдет. Могли бы играть и на Nation War, согласен абсолютно с тобой, Нунчаки. Ну, Украина-то играет, а вот Россия что-то ни хрена не играет. Наверное, кому-то просто завтра на работу нужно идти. Пулгаз здесь через газпул начинает Минато. У Вердоса, соответственно, гейт ставится. Сейчас будет Нексус заказан, похоже. Хотя нет, сначала второй пилон он вообще ставит. Уезжает домой, хоть застроечку пораньше сделать. Ну да, завтра на работу. Хотелось бы мне, чтобы ну на рудники, как бы, ну, вот, когда такое происходит, сразу автоматом. То есть косичнул и просто бах, встаешь и пошел киркой камни в пещеру ломать. Ну или делаешь все как человек нормальный. Так, здесь у нас линги заказаны. На рампе зелук ма... Готовая кибернетка, сейчас будет заказан Мазеркор, второй Нексус только здесь Минато может заказать. Привет всем, ребят. Привет, Крадок, Баламут и так далее, СК2 TV, Good Game. Мазеркор еще не готов, скоро будет готов. Очевидно, что не сможет продавить здесь Минато Вердоса, но вот как-то нагло Вердоса. Он пробку здесь держит, чтобы... Ну так сейчас можно добегаться с пингом-то 350. Тут что-то Вердос какую-то хрень творит. Вердос, что ты творишь-то? Посмотрите, ну перебор. Куда? Пинг есть такой гигантский. Зачем лингов-то запустил? Ну здесь есть товарищ адепт. И соответственно линги принимаются. Один всего лишь успел пробежать. Пробку Вердос оставит на рампе сейчас. Минато уже перевел дронов несколько штук, 8 золота добывает. Скоро будет готов муф, но вот тут это вот подозрительно выглядит, конечно, все, но тем не менее. Линк на муве уже. Адепту. Не просто его фокуснуть, прошу прощения. Верчас еще раз Вердос выставляет, но лингов что-то много тут забежало как-то уже. Ну, посмотрите, рампа не прикрыта, и до сих пор Вердос рампу не прикрыл. Ну, что за бред-то?
Линги все бегут и бегут, и может быть пора уже чем-то прикрыть-то. Верчаш очередной выставлен. Линги забегают на мейны. Кстати, штук 5 забегает. Сейчас Вердос пробками начинает драться. Адепты ставят тут на второй базе. Ну почему на халде не поставить? Ну пинг 350. Ну если H нажмешь, то через сколько-то секунд он сработает. Но уже минуту рампа не закрывается где-то. Я не знаю, если не больше. В итоге 5 пробок потеряно. На ровном месте 6 пробок потеряно. Абсолютно ненужные потери для Верди сейчас были. Здесь еще на рабочие стояли, ничего не добывали. Короче, как-то все печально здесь. Мне так кажется. Оракул готов. Твайлайт Форжа строит Сувердоса. Теперь адепт все-таки стоит наконец-таки на рампе. Оракул летит. Две базы сейчас у Мината. Он добавил лингов еще некоторое количество. Вот он, Мината любит, любит то, чтобы у него было бы какая-то оперативная группа войск, который бы он всегда всю законтролил. Ну, вот линги, да, здесь, но... Так, ну, королева здесь ходит. Ну, дрон здесь есть. Ну, спорка строит. Дроны еще пришли, можно было пожечь. Но Вердос-то не знал, что они сейчас придут. Он уводит Оракула. Плюс один там и там заказан. Лэр есть у Мината. Ну, хоть стабилизировалась игра немножечко. В прошлый раз вы видели все, что делал Вердос. Так. Очень интересно. Очень подозрительно. Ну, в прошлый раз я вам могу сказать, почему сработала стратегия Вердоса. Потому что... потому что у него три сверхранних базы были. У него билд очень экономически был такой выгодный. В этот же раз он не настолько выгоден. Но посмотрите, вот сейчас Оракулы хочет две королевы подрезали, роуча подрезали. Хоть какой-то дэмэдж Вердос нанес. По рабам у него больше, 46-43. Гидра Дэн ставит Мината, роучем делается мув. Плюс один также роучем делается. На всякий случай Вердос сейчас грелку впиливает. Вижу Давар в центре, есть три адепта сейчас. Оракулы висят, копят энергию постепенно, они скопят сейчас энергию. Здесь дроны ходят между базами. Нужно, понимает Минат, что нужно ему чем-то оракулов сбивать. Тут заказывает рейндж гидрей сейчас и пару гидралисков даже заказывает. Привет всем ребят, кто недавно подошел. Не стал, ну, я вообще поздно сегодня проснулся вчера. Сидел там у друга на дне рождения, вот поэтому стартую только при старте турнира в час и стартанул, собственно говоря, и сегодня больше ничего и не будет у нас. После я буду отдыхать, завтра будет у нас Бобролига весь день, поэтому вот такие вот дела. Здесь же у нас Nation War идет такой импровизированный по инициативе вас, зрителей. Конкретно Саньки, плюс он Реву еще отписал, как вот турнир запилился в итоге. Россия против Украины. И вижу, что Вердос очень по-хоцовски играет. По-лотвовски, простите. Смотрите, какие здесь интересные штуки. Бабах. А что-то собаки-то стоят здесь. Роучи гидра здесь у Мината. Ждет он, пока, видимо, кончится вот этот вот... стазис. Ну, если он с этой стороны обойдет сейчас, то приятного будет мало. Так, нужно оверчажи выставлять. Линги отходит, Мината отходит назад. 146-104. Мината давление начинает. Это абсолютно в его стиле. Он любит такое давление. Сейчас 50 энергии будет. Можно стазисную ловушку еще одну здесь запилить, как минимум, Вердосу. Но, посмотрите, кажется, Мината готов к стилю через чарш. Он видел чарш, и посмотрите, что делается сейчас. Ой-ой-ой, как это опасно. Да, против чаржа идеальное оружие, я считаю, вот такое вот.
Потому что зергам никогда не нужно забывать, что у них есть бейны, но если здесь добавить, например, сталкеров, филдов там, или шторм, то это все может развалиться просто, ну, как, я не знаю, что. Тем более ловушки стазисные есть, их много. Так, Минато заходит сюда. Вердоса отходит, часть бейнов сейчас поймана, посмотрите, еще часть поймана. Вот это хорошо, как Беллингов Вердос принимает, кстати, идет вперед, но у него как-то юниты криво отходят, роучи гидра. Здесь справляется, Вердоса маловат, 106 на 156, нужно отходить назад, сейчас еще и бейны разморозятся, они ж никуда не деваются под стазисом-то, под этим. Они потом просыпаются и начинают биться. Мазеркор погиб, уверчажей больше нет, короче, Минато задавливает Вердоса, сейчас счет 1-1 станет. ГГ пишет Вердос, но тяжело видно, что и задержка, и Минато шарят как действовать против Вердоса. Ждем, ждем, кто следующий у нас будет и карта какая. Провокатора достали. Ну, Бзик тут, Смайл, смотрю, сидит. Я ж не могу комментировать одновременно и всех предупреждать. Да, конечно, мультитаск у меня на высоте, но не на такой же дикой. Я буду просто приходить иногда. Понял, Бзик, тебя ничего страшного. Так, я понимаю, так, сейчас что, Титанчик? Короче, Титанчик выбирает карту сейчас. Титан против Минато. Следующая игра будет третья. Счет стал 1-1. Сейчас жду от него карту и буду создавать. ЛВС поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. На все хорошее.
Так, короче, орбитальную верфь. Титанчик выбирает, я создаю. Короче, я думаю, что правильная система, как говорит Блай, нужно отыграть Бу7 с разными картами. Спасибо тебе, Альварес, за поддержку. Так. Говорю же, предупреждал, не надо вот этих всех. Так, поехали. Все готовы? Начинаем. Короче, думаю, что карты выбирать правильно, как Блай сказал. То есть сначала отыграем 7 карт всех разных, если они понадобятся, конечно. Вот. А потом уже по второму кругу будут карты выбираться, потому что там и джокеры идут. То есть логично, да, когда уже там джокеры будут выходить, чтобы они и второй раз карту могли выбирать, потому что иначе мы не отыграем, как бы, все карты, это точно. Ральф Финес, привет, спасибо тебе. Хорошая фотка. Ну, подфотошоплено, конечно, не думаю, что МиГ-35 с этими ракетами летал вообще вот в таком обвесе. Ну что, Титанчик Нексус ставит, обратите внимание. Пробка, поехал. Гони, гони. Молодец. Чалик. Инициативный тут. Алису гоняет, она хочет ведро перевернуть. Так, АПМчик, смотрите. АПМчик у Титана, кстати, не такой уж большой. Да у него, в принципе, гигантский АПМ никогда и не был, но, тем не менее, контроль его слабой стороной тоже не был обычно. То есть у него такой выверенный контроль. Все очень четко, аккуратненько делается. Вовремя. Шестнадцать пробок. Титана на мэйне, остальные на вторую базу строят. Тут один газ двумя, правда, пробками все добывается. Нужно Титанчику это заметить. Здесь пилончик, чтобы подблочить немножечко третий Нексус на какое-то время. По рабам вообще равная ситуация пока. Пошел Старгейт у Титана. Ну и раскачка базы идет сейчас, соответственно. Добавил на газ, заметил, что рабочего одного не было. Ну, у Титана всегда в этом плейке-то необычно было. Там такие билды в стиле газ есть, 16 пробок на минералах, потом на газ добавляется. Тут он такой билд уникальный, воли еще помню, с тираном у Титана был.
Возможно, здесь у него тоже уже какие-то наработочки свои есть. В этом плане Олег, конечно, молодец. У него всегда что-то свое особенное появлялось. Но пока все достаточно стандартно идет. Вижу Зилка Адептика. Вижу Старгейт, что работает. Видит оверов Титан всех прекрасно. Понимает, где двух оверов можно забрать. Вот один, вот второй висит. Полетит ли сразу Феникс вперед? Хороший вопрос, кстати, учитывая, что Минато не видел, что Фениксы строятся, можно их пока не показывать. Титан пока и не показывает, в принципе. Все-таки Титанчик полетел вперед. Феникс номер один готов, номер два тоже. Здесь линги бегают, у них есть мув уже, но... Что они сделать могут? Фениксы что-то тупят, не понимаю, почему у Титана. Упал номер один овер второго, Титан идет ловить, вот он чуть дальше улетает. Сейчас будет обнаружен, вот он летит, Титанчик видит. И Титанчик почему-то не контролит пока, не понимаю почему. Правильную сторону летел, ну ё-моё, ну ё-моё. Ну вот это, конечно, ошибки такие... Очень очевидные, я бы сказал. Таких вещей лучше не делать, потому что сейчас Титан просто взял и упустил овера. Вот он сейчас мимо еще одного пролетает, кстати. Вот этого заметит, сейчас обратить внимание. Ну, нашел другого, правда, на карте. Тот, который рядом был, Титан не убил. И это очень печальное обстоятельство, если честно. Ну, Нексу ставят уверенно, надежно. Здесь у нас милишные грейды у Минато делаются. У Титан 4-й Феникс подлетает. Будет и 5-й в итоге. Здесь у нас фотоночка, 2 пилона. Плюс гиты еще ставятся. Ну, все пока хорошо. Единственное, здесь вот пилон был Нексусу поставить. Так, залетает Титанчик на вторую базу. Парочку дронов сбривает сразу же. Ну, подспорку немножечко подставился. Нужно, да, нужно брить дронов. Еще раз подспорку Титан подставляется. Ну, еще пару дронов сбрил, чуточек нахарасил. Минато четвертую хату ставит, обратите внимание. Уже второй коготь пошел грейды. Очень четко Минато делает, конечно. А у Титана что? У Титана фаржа бустится. Фаржа пока одна. Раньше билды воли... Помню, в Котсе были у Титана с двумя фаржами, когда масс-грейды делались. Подхарасил рабочих, 9 уже снимает. Кстати, 64-50 в пользу Титанчика по рабам. То есть экономика вообще замечательная у него. Есть робо строится призма в нем. Адепты куда-то пошли. Куда адепты пошли? Здесь масс-маслинги бегут, кстати. Не знаю, с какой-то опасной стороны Титан пытается зайти сейчас, но получится ли зайти, вот в чем вопрос. Призма еще не готова, но скоро будет готова эта призма. Лингов столько, что они даже адептов этих легко съедят. Грейд, по-моему, на адептов отсутствует. Да, грейд на скорость атаки отсутствует адептам. Вторая атака пошла. А почему в призме ничего не делается? Не понимаю. Заходят адепты от Титанчика за минералы, становятся на вторую базу. Нужно встать таким образом, чтобы линги не захарасили жестко. Телепорт на мейн адепты делают 3 штучки. Ну вот без скорости атаки они это не то. Адепты без скорости атаки не харасят так. Но заставил кататься Титан рабочих. Убил 5, между прочим, я вам скажу. Ну, сейчас не покусить дронов. Это ошибка, конечно. Адепт падает в итоге. Здесь у нас Фениксы пытаются летать, харасить. Минус королева Минато. Лимита Титанчика больше. Минато делается 2-2. У Титана блинги стабилизаторы. Посмотрите, какое здание почти готовое. Интересное сейчас. И я вижу призму, которая готова, готова лететь и наказывать. Готова она лететь и наказывать. Так, адепты, сталкера, есть иммортал. Дестабилизатор строится, робо пока одно. У Минато хайф. Есть Даркшань. Почему не варпится ничего вот из этой штуки, которая висит здесь? Пора бы что-то с ней делать, но Титанчик не делает ничего пока. И это очень большая ошибка, потому что он мог сейчас применить грамотно это здание. Но Титан добавляет пару робо еще. Это постройка уже под ультралов пошла, насколько я вижу. Здесь у нас уже везде спорки готовы. Ну, ё-моё, ну вот, если ты не варпишь дарков,
Дарки сами не наварпятся, пословица гласит. Народная мудрость. Поэтому, если ты не варпишь дарков, никто не будет резать рабочих. Никто не будет заходить и наказывать зерга. 3-2 делает Минато. Грейды просто великолепные. Вот это-то и может зарешать впоследствии, я считаю. Выход пошел. Да далеко ли выход, не знаю. Обсервера у Титана нет, тоже считаю, конечно, ошибка. Выход идет без призмы, тоже считаю неправильным абсолютно. Грейд на адептов, вот масит адептов Титана, грейд на них не делает, тоже ошибка абсолютно точно. Но у Мината нет ультралов, одни исключительно линги здесь бегают. Здесь вот у нас три пилончика стоят. Титанчик возвращается домой. Мазеркур куда-то полетел. Один сейчас вообще. Дарки заходят на четвертую. Ну, здесь порох много, ребят. Ну, какие к черту дарки? Ну, Титанчик, ну, что ж ты делаешь? Четыре дарка в молоко с двумя зелками просто. Поставил все сейчас. Ну, одновременно делает выход Титанчик. Да, варп еще зелков идет. Здесь дарк просто сражается. В хорошей позиции очень сражался. Заходит Титанчик на мейн. 170 на 140 по лимиту. Можно дестабилизировать здесь где-нибудь что-нибудь. Если на рампе поставить пару юнитов. Да, дестабилизатором. Смотрите, вот по лингам как попасть можно. Ну вот ультрал выходит, кстати. Вот ультрал уже может подрешать все здесь. Нужно телепорт делать Титану, что он и делает. Короче, пришел и отдался. Просто элементарно пришел Титанчик и отдался. Здесь, правда, дарк с зелком порубили еще рабочих. Но четвертый Нексус не раскачан. Абсолютно, кстати, не раскачан. Только-только грейд адептом делается. По 3 иммортала строится. Важный очень момент. Микс становится ценнее, сильнее у Титана. Но нужно отбить третий Нексус. А где Мазеркор, кстати? Мазеркор где-то у нас... Где он? Вот он дома висит. Нужно... Здесь три пилона есть. Мазеркор нужен здесь для обороны. Дарки не дадут, кстати говоря, сейчас убить Титана. Точно, потому что версиры у Мината даже нет. Он не летает. Два феникса здесь есть. Ну что, 3-2 у Минат почти готово. Титана ошибка очень серьезная. Вот только-только третья атака вошла. Ну вот без грейдов играть это всегда печаль для протосов была. Как на Нила в свое время, только три атаки делал бы грейды, я считаю, тащил бы еще больше, на большем бы уровне корейцев бы вообще бы убивал бы, наверное. Но уже как бы можно гадать, говорить, толку от этого мало. Имморталов строится у Титана много, дарки сливаются, все новое и новое в архончиков. Имморталов уже 7 штук есть у Титанчика. Минато готовят атаку, жирную такую, мощную, мощный налом, я бы сказал. Но не факт, что он вкатит этот налом. 200 в 200 сейчас по грейдам. Минато видит, что Титан здесь стоит. Здесь пилонов много, и здесь 5 только фотонов можно будет выставить на эти пилоны. Еще один очередной Имморталов выходит. Титанчик куда-то вперед пошел. Куда Титанчик куда-то пошел, я чуть не понял. Так, подловил королев, нужно биться. Пошли дестабилизатора, каста. Минат пытается Титана окружить. Отойди назад, Титанчик здесь. Мазеркор отдается, ни одной фотонки не выставил. Ужасная ошибка. Кайтит Титан, но он кайтит тлингов, не ультралов. Ультралов нужно фокусить имморталами. Неужели Минато вот так вот дешево возьмет и сомнет? Похоже на то. Давар зелков идет. Имморталы падают, вот и подрешали в итоге грейды Минато. Он просто взял и лингами все смял нахрен. Это очевидный момент, что здесь грейды все зарешали. Здесь у нас есть призма, контр-харас на мейне от Титана идет, но ГГ в лоб, и это печально. Это печально, Нексус падает, минералов у Титана мало остается. Хотя здесь, в принципе, на трех базах что-то есть, но боюсь, что... Поздно пить боржоми, когда почки отказали, как говорится. Третья атака скоро будет. Ну, хотя тут три мая. Ну, не знаю, нужно Нексус восстанавливать Титану как можно быстрее. Он это, конечно, прекрасно понимает. Но архоны нужны с имморталами, да, здесь единственный шанс. Но архоны сливаются из дарков, а архоны из дарков это слишком дорогое удовольствие для просто, особенно в такой ущербной экономической ситуации. И боюсь, что здесь уже... Боюсь, что здесь уже не затащить никак. Так, кстати, счет у меня не выставлен. Почему-то, почему? 1-1 счет у нас в данный момент.
плюс Архона. Ну вот против такого микса Шторм, конечно, очень сильно Пропсу необходим. Без Шторма тяжело как-то избиться. Дестабилизаторы против лингов, они не очень эффективны. И вот эта битва сейчас показала, то есть... Даже если идеально попадает патрон лингов в такое количество, что их хватает всегда. То есть, если бы Титан, может быть, сразу бы начал фокусить ультралов бы имморталами, а не лингов катил, вот тогда бы тоже что-то произошло. Но если ты хочешь, чтобы на клике юниты побеждали вот такую свору, нужно гораздо больше архонов, чем было у Титана в предыдущем бою. Гораздо больше. И, может быть, даже немножечко пару колоссов пригодилось бы. А так имморталов было много, то есть ультралы были законтрены, линги были не законтрены в том миксе у Титана. Это очевидный момент абсолютно. Ну вот 192-126 по лимиту, по боевому, просто печаль. Вот сейчас архонов много, но сейчас нет имморталов. То есть сюда бы вот добавить столько же имморталов, штучек 7-8, да, может быть, что-то получилось бы, но... Не на что, к сожалению, Титану их там добавлять. Так, стреляет дестабилизатор. Второй в молоко. Ну вот не надо спешить-ка, уже замес пошел, то и надо стрелять. Прилетел. О-о-о, вайперы здесь летают уже, а с вайперами Титанчику вообще делать нечего. Давай, купите штурмовичков для фидбэка, кстати говоря. Фидбэк это хорошо, безусловно, но... Фидбэком одним сыт не будешь, как говорится. Здесь у нас дарки харасит пятую базу Титан Минато убивает. Пользователь Джащер активировал премиум на ваш канал. Убил все-таки Титан базу, смял, молодец, но зачем-то поломился вперед. За что Минато его ловит зеленкой, лингами, ультралами? Вот дестабилизатор стрельнул, и дальше что? Ну, смял пару лингов ГГшечку, пишет Титан. Минато 2-1. Кто следующий от России выйдет? Хороший вопрос. Спасибо всем за премиум и за поддержку. Ну что, выпускаем зверя-револьвера? Или готов побиться Тиранвик? Револьвер это секретное оружие. Я думаю, ЗВЗ надо Так, гребень Лерилак. Лерилак. Гребень Лерилак. Вот.
Нужно выговаривать все нормально. А, выпускаем секретное оружие, секретного зверя. Он разбушевался, он готов рвать и наказывать людей. Это Рева. Так. 1-1 ставим. Сейчас Мината меняем местами. Короче, сейчас будет ЗВЗшечка, ребята. Да, уберите от экранов детей, сейчас будет жестко. Абсолютно ты правильно пишешь. Hard stick. То есть это провал. Да, можете поддерживать призовой фонд, кстати говоря, этого турнира. У кого желание есть, ну и меня, мой канал тоже можете поддерживать, естественно. Вот. Короче, всем за это буду благодарен. Всем спасибо. Так. Рева ушел. Где там Рева-то? Матч хистори не закрыл. Чтобы не знали от секретных оружий, нужно, да, закрыть, а то Рева потом вычислят все. Так, что микрофон? Все, с микрофоном все хорошо. Бу-9, 2-1 ведет Украина, пока только одну карту взял. Локич, 30 рублей переводит, участников нет, сетки нет. Как призовой выводить будете из турнирного модуля? Это все револьвер. Он хочет вывести, походу, все себе. Ладно, шучу. Не знаю я, как там кто будет выводить. Меня-то этот вопрос вообще не интересует. Я думаю, что-нибудь сделаем, кому-нибудь выведем. Еще кто победит, непонятно. Ну что, однобазовая ЗВЗ у нас. Ну, кстати, однобазовая ЗВЗ это круто, потому что, ну, вот и в первом StarCraft это часто происходило. Я считаю, лучше, чтобы вот так вот было все. Как сейчас есть. Рева строит 3 дрона, Мината строит 6 лингов, между прочим. Пошел мув у Ревчика. Сейчас по рабочему на 3 как раз вперед и вырывается. Но если он не будет сейчас строить собак, то его просто разломают. Причем Мината собирается беллингбастить с одной вот этой вот базы. И сливку предлагаешь попросить вывести. Ну да, я думаю, что переведем все Артему, короче. Он передаст победителю. Сейчас будет хата заказана. Ой-ой-ой, ребятки, ребятки, лингов вообще нету. Здесь еще Бейлинг Нест пошел, как у... попахивает провалом каким-то. Ну что, линги сейчас хатку будут подгрызать. Здесь тоже Беллингнес заказан. Заказана плеточка. Рабочих пока у Ревы больше, но с, королеву вот вторую нужно строить в таких ситуациях, я считаю. Мув, кстати, у Ревы будет раньше, между прочим. И... может, на за счет этого попытаться прожить некоторое время. Ну, мув-то раньше, но лингов, линги победить не смогут. Как ни крути здесь.
Есть два бейлинга, заморфилась. Рева уч вовремя наламывается, пока морф идет, пока мува у Мината нет. И, между прочим, он подрезал лингов здесь немало, но мув у Мината доделся. Нужно сваливать на хайграунд. Один бейлинг сейчас, одного бейлинга выманил. Ревчик, плетку можно вот сюда куда-нибудь перевести, чтобы поближе она находилась все-таки. Так, хату старается отбить Рева. Королева спускается, но плетка хрен пойми где находится. Два бейлинга у Ревы запилено. Если хату отобьет, то все замечательно. Но отобьет и хату Рева. Вот хороший вопрос. Так, взрывается бейлинг. Здесь еще один бейлинг уничтожен. Мината пытается драться. Но линги у Ревы строятся. Рабочие строят. Так, рабочих меньше стало здесь. Бейлинги, видимо... Погодите, я пропустил этот момент. А как я пропустил этот момент? Я чуть не понял. Я не видел, чтобы туда 5 дронов погибло. А я не видел. Так, значит, сюда пробежали два линга. Когда-то и бейлинги просто взорвали рабочих. Блин, а как это произошло? Непонятно. Но суть в том, что рабочих часть погибла. В итоге по экономике у Ревы не так все хорошо. Но если хата выживет, то он отобьется здесь. И это абсолютно в этом я уверен. И у него будет абсолютно нормальная ситуация в этой игре. Так. Атакуют линги. Сейчас Рева просто на ровном месте взял и потерял все, кстати говоря. Это было абсолютно не очень сейчас раскладом. Дроны вынуждены уходить. Вот все было идеально, но сейчас Рева взял и потерял все. Когда можно было этого не делать. Может быть, да, дропнул, кстати, Мината. Тоже я об этом подумал. Может быть, Минатыч дропнул там где-то бейлингов. Два бейна заходят, взрывают рабочих. 8-21, по рабам ситуация. Но у Мината до сих пор нету хаты, что самое интересное. Но 7-21 по рабам, это полная печаль, если честно. Ну вот все было в руках Ревы. Он отбил вот эту агрессию Мината, но вот здесь вот сейчас, что произошло в последнем замесе? Бейлинги в молоко все взрываются, и просто у Ревы не остается ничего, кроме королевы одного бейлинга против 10 лингов. Вот момент проигрыша был. То есть, даже несмотря на то, что вот я не заметил, как дропнулись там бейлинги, либо они забежали, линги заморфились, все равно все нормально было вот до этого момента. Ну, о чем это свидетельствует? В ЗВЗ нужно оверов по периметру мейна развешивать. Увидишь, что овер залетает, реакция будет. Все. Здесь Мината продолжает рабочих кусать. Кусь-кусь идет. 13-23. Рева пытается дронов отстраивать, восстанавливать. Да, часть-то он отстроит, но здесь-то уже сейчас роучи будут строиться скоро у Минаты. И они превратятся в реводжеров, которые сейчас очень опасны в ЗВЗ. И вообще реводжеры сверхсильны. Ну, а ЗВЗ можно даже там 5 затащить. Девятнадцать-24, обратите внимание, по рабам-то Рева почти сравнялся. 5 рабочих всего лишь разница. Сейчас еще меньше она даже будет, где-то 3 рабочих будет разница. Но Роуч Ворон очень поздний, по лимиту проседает, просто невероятно. Сейчас, ну вот что нужно делать? Морфить реводжеров, собирать, хотя что тут собирать, один овер висит. Рева не царствует сейчас, я бы сказал. Мало всего у него, посмотрите, Мината строит еще Роучи. По лимиту совсем какая-то печаль, 49-30. 20, почти в два раза больше лимит в какой-то момент было. Ну, сейчас Роуч Уоррен будет у Ревчика готов. Он закажет явно Роучи какое-то количество. Плюс есть плетка у него, это тоже дает шансы определенные. Вот 7 Роучи, вижу, пошло. Часть на мейн, часть на второй. 44-54 по лимиту. Ну, шанс отбиться, безусловно, есть. Но он очень такой, я бы сказал, призрачный. Вот Мината какой-то стрёмный выход идет на 5 роучах, 2 беллингах. Что он хочет доказать кому вот этим выходом, я пока не понимаю.
Ну вот пытается он Бэйнов провести, но нет, это не получится, естественно. Ревчик гонит, Бэйнов его законтролил, роучи работают. Но Минато в это время, кстати, он опять по экономике, то есть он грамотно, он делает выход, пугает, а в это время вырывается по рабам просто невероятно вперед. 38-25, это очень печальная ситуация по экономике, естественно. И вот сейчас Рева вынужден опять нагонять его. У Минато уже лейеру Ревы нету. Здесь мув роучем делается, слава богу, что грейдов хотя бы нету. То есть есть какие-то шансы, а так-то все очень, да, конечно, печально. Локи 472, 4 семерки призовой нашего турнира, ну что же. Номерок блатной до 4 семерочки. Не помогут тебе, фраер Минато, твои роу-черочки. Ладно, шучу, не знаю, кому тут что не поможет. Кому, короче, кому не поможет, тот и фраер. Реводжера... Реводжеры заказаны. Третья хата пошла. Нет, чат уже поднялся. MC Хайн, все нормально. Черт побери. Одной копейки не хватило. А как ты одну копейку? Да, что-то мы про фраера вспомнили. Фраер у нас проц, он как бы... В StarCraft-то не играет, только третья хата у Минато готова, у Ревы только строится. Сейчас по боевому лимиту, я так понимаю, близко, но все равно Минато впереди, по экономике печально. Так, ну все, сбил RockSkiz математику, 30 рублей еще добавил. Нужна новая математика, ребятки. Догоняем до чербана. Убил все старания. Да, фраер больше не играет, он работает зубным техником. Я уже об этом вам говорил, но не все слышали. Вот, и не планировал возвращаться. Вот, конечно, печально лично для меня, потому что фраер всегда очень неплохо выступал. Вот, ну тут ничего не поделаешь. Я вижу масс-роучи от Ревы, и у Минато, посмотрите, 50, ё-моё, это улынчик сейчас пойдет, ребятки, улынчик. Если Минато понимает, что происходит, то ему нужно отступать. Но Рева зря стоит здесь, вот, кстати говоря, и сейчас можно просто отдать эту игру за счет того, что стоишь. Минато строит роучи, закупочка пошла, подземный мув, закупка. Ну, это все очень интересно, если бы не было такого экономического преимущества у оппонента. Вот сейчас, вот нужно было на этих роучах атаковать. Рева не видит, что происходит абсолютно. И поэтому вперед не идет. А здесь не только роучи, здесь-то вот какие ребята, жирненькие, солидненькие, с фаербольчиком, 60 дэмэджа с плэшем, у каждого есть. А это значит, что роучи проиграют этим ребятам, скорее всего. Приходит Минато, убивает Увера, убивает камни. Моментально они пробиты. Да, у Ревы есть подземный мув, но куда ему под землей сейчас ползать? Куда ему под землей ползать? Некуда ползти. Некуда бежать. Так, ну что, Минато заходит на хайграунд. Касты, чтобы занять позицию сверху хорошую, пошли. Не попадает по... Почему Рева реводжеров не используют? Я этого не могу понять. То есть он думает, что... Ну, роучи, может быть, и победили бы теоретически, да, как бы, если бы их хотя бы столько же лимита было. А вот сейчас Рева, посмотрите. Ой-ой-ой, как реводжеры заходят сейчас от Минато. Это 3-1, ребята. 125-196 по лимиту. Падают сверху фаерболы. Роучи, реводжеры, Минато сминают Ревчика, он пишет ГГ, Тиранвик выходит в бой.
Вот Destination Уоров уже есть на главной, где играла Украина. Вчера и не стримился, вчера водов поэтому и не будет. Ульрену Тирановик выбирает. Создаем, поехали. Зову Мината, зову Зерга. Я уже здесь. А, Тирановика-то надо позвать самого. Точно, точно, я что-то подзабыл. Привет, Госу. Поехали, готов Тиранвик, готов Минато, начинаем. ТВЗ у нас, приятно, что матчапы разные еще. И при этом всем от Украины только два игрока, пока мы видели, это был Димага и пока что Минато, который всех катает. Вот, Димага проиграл Вердосу. Конечно же, будут воды этого матча, говорит Лестер. Ну что же, тут 3-1 у нас в пользу Украины в данный момент. Ну, я думаю, что это фановый шоу-матч, запилен специально для вас, Санькой, Ревощем. Я думаю, что мы еще что-то подобное будем проводить. Призовой уже больше 100 баксов. Ну что, пошел барак. Так, Димарс пишет. В январе победитель сыграет с поляками. Ну-ка, мне тридцатка будет. 15-го в день рождения. Под мелодию. А почему с поляками-то? Надо реванш проводить, а не с поляками. Кто бы не выиграл, в любом случае, я думаю. Ну что, пул у Мината, вторая хата, Тиран Вик играет через ЦЦшечку, орбиталка, Рипер. Ну что же, стандартное начало. Ну я думаю, в любом случае разберемся, нужен и реванш, нужно и с другими сборными ставить. На самом деле, я считаю, что побольше такого нужно проводить. Побольше такой темы нужно проводить. Ну, уровня Nation War, которые французы сделали, достигнуть не получится с ланом финальным, но в перспективе нужно что-то такое стараться делать, да? Пытается Минато Рипера поймать. Тиран Вик очень хорошо контролит, я вам скажу. АПМ 200-220. Рипер еле живой. Ну, Лингом, кстати, до сих пор мув не делается. Посмотрите, что здесь происходит. Ребятки, это очень опасная ситуация сейчас. И самое-то опасное, что Тиран Вик не понимает, что здесь она настолько опасна, эта ситуация.
Ну, не дал Риперу до конца дорегениться, тоже на самом деле момент опасный, я бы сказал. Строится факта, в бараке марики строятся, бункеров пока нет. Оверклок премиум у тебя, чё наша подруга-то не говорит? Давай, режим готов. Чё-то сломали вы, что ли, Яндекс.Бабу? Только что недавно говорила. А теперь не говорит. Видит Роучи сейчас прекрасно, Тиранвик. Бункера как не было, так и нет. На факте лаба ставится. Может быть, он танк сейчас закажет? Да, пошел танк. Успеет ли достроиться уровень? Бункер на хайграунде. Бункер на лоу-граунде. Пытается рипером время тянуть, но вот рипера. Не надо было терять, на самом деле, этого рипера. Роучи подходит. Бункер снизу, конечно же, уже не успеет все это точно достроиться. Выходит марики плюс КСМки. Овера бы сбрить, тогда бы, кстати, и реведжеры бы не вкатили бы абсолютно точно. Нужно на хайграунд уходить сейчас. Депошки нахрен закрывать все нужно. Бункер сажать юнитов. Танк выводить и просто с танком уже, конечно, отбиваться. Плюс обратите внимание, то, что строится медивак, это значит, что можно захарасить еще будет оппонент свой. Тут пару мариков в бункер садятся. Два реведжера есть. Ну куда, Аминат? Куда ты лезешь? Все, уже без шансов. Абсолютно. Оверов не сбил. Вот это момент важный тоже сейчас. Нужно викинга построить обязательно, чтобы оверов выгнать всех нахрен отсюда. И будет все хорошо. Так, пошел Тиранвик гонять оппонента. Видеть, что здесь роучи реведжеров пару стоит. Но Мината тоже не сидит, не стоит на месте его экономика. Он раскачивает, он ставит третью, он лейер строит сейчас. То есть очень много важных вещей сейчас происходит. Выходит Тиранвик вниз. Рабочие у него еще тут катаются. Я не понимаю, что они катаются. Бункер продает. Все, можно и нужно сейчас занимать базу, гонять этих оверов. На бараках нет лаба, то есть стимпак в итоге поздноват будет. Ну да, нужно вот эти, вот этот момент реализовывать. Вот, кстати, здесь ни хрена нет, например. Просто берем, летим и харасим. Все, все, что нужно Тиранвику сейчас делать, это харасить своего оппонента. Харасить это легко сказать, а сделать потяжелее, конечно. Танк, видите, он сейчас дольше реагирует. Пока он выстрелит, пока что-то там произойдет. Вот видите, не успевает даже Тиранвик стрелять. Сейчас неплохо, три выстрела. Пожег танк здесь. Кастуют реведжер и улетает. Тиранвик уворачивается легко достаточно. Ну, так вот подставляться не стоит. Да и не с юнитами, наверное. Да не наверное, а точно нужно было бы драться, конечно, с экономикой оппонента, а не с юнитами. Но самое главное, что что-то хотя бы Тиранвик делает. Заказан стимпак. Мародеров строят мариков. Заказаны щиты. И учитывая то, что там роучи реведжеры, правильная абсолютно тема, две лабы, потому что будет сейчас у нас мародеры по две штучки строятся. Харасит Тиранвик, хорошо, кстати, летает танками сейчас с медиваками. Мината очень много роучи реведжеров настроил. 1-1, грейды почти готовы. Собирается поломиться вперед. Пошел, да, вперед. И, кстати, он идет таким образом, что ни стим, ни щиты не готовы еще у его оппонента. Вот сейчас бункер будет готов. Танки нужно возвращать, но 4 танка, я уверен, что помогут отбиться абсолютно точно. Берет, все, Тиранвик уводит, все, по марику попадает касс, сейчас нужно танки ближе перевести, абсолютно точно. Здесь депошки пытается Минат ломать, под танки приходит, один танк забирать, да надо все посадить сейчас танки. 97-152 по лимиту в пользу Мината, стимпак не готов, через пару секунд наконец-то будет готовым. Вот сюда один танк поставить, просто чтобы стояли в разных направлениях они. Здесь Тиранвик пытается овера сбить. Танки все погружены сейчас в медиваке.
Опасная ситуация. Минатыч камни уже пробил. Вот полетел тиран. Вик там летать сейчас. Ну, тремя танками это будет. Опять же, Харас. Вторая атака закан. Скоро плюс атака будет. Готова у тиран Вика. Ну, вот эти, если бы они ману стоили у реведжеров, может быть, кстати, в будущем и ведут. Эти же бесплатные штуки, они кастоваться могут до бесконечности, пока тебе не влом, так сказать. Ну, вот. Опасно, тиранвик боль отдает танки, они что-то убивают оппоненту, но держит в напряжении Минат пока. Если будет продакшн в это время нормальный, может быть, все окей будет. Возвращается домой, кстати говоря. Здесь Биу надо очень четко встречать оппонента. Хорошо танки сейчас становятся, но попадают касты реведжеров. Но у Мината ущербная сейчас очень позиция. Касты мимо идут, реведжеры падают, тиранвик стимпачится. 110 на 135, лимиты близки стали, Минато отдается просто на ровном месте. Сейчас можно и нужно, наверное, тиранвику даже как-то контратаковать, наверное, попытаться. Хотя тут слишком большой прирост, и тиранвик рановато, конечно, спускается. Вперед пошел, конечно, очень неплохо. Роучи, реведжеры падают в больших количествах. Да, прибегают сюда марики, но такое ощущение у меня, что не справляется тиранвик до сих пор. Танки отводит назад, меняет позицию ими. Реведжеры падают. 92 на 127 это шанс. Но ЦЦшки-то третьей нету. Вот в чем проблема. Только-только сейчас третья ЦЦшку переводит у нас тиранвик сюда. И по грейдам-то печально все. Вот 1-1 здесь заказан армор. Если бы не эта экономика, может, ситуация получше была. Но у Минато-то тоже три базы. То есть он сейчас просто отдался. Но меня беспокоит вот это. 1-1 сейчас. 2-1 будет против 0-1. Но если будет больше грейдов у тиранвика, то шансы все есть на победу. ЦЦшка вот возвращается сейчас. Так, часть рабочих тиранвик на второй базе оставил. Ну, единственное, что нужно танками позицию так занять, чтобы отбиваться здесь нормально от Минато всяких выходов. Вот они, кстати, идут, эти выходы. Танки ставятся в осаду сейчас. Минато заходит с разных сторон, пытается зайти сверху. Вот с этой стороны, кстати, тиранвик хорошо все убивает. Касту реведжеров падают в молоко сейчас. КСМ-ки выводит тиранвик. 150 на 90 по лимиту. Боюсь, что сейчас может не хватить био. Но танки, какой дэмэдж гигантский танки сейчас наносит. Жесть какая-то просто. Мимо медиваков все касты идут. Био просто не хватает, чтобы танки прикрыть, насколько я вижу. И 70 на 120 по лимиту. Ситуация вроде как близка, но тиранвик не справляется просто в плане экономики. Здесь 29-60 по рабам. По рабам как-то все печально стало. Здесь четвертая хата пошла. Вот в этом плане, вот в экономическое давление, Роучи Реведжер, наверное, одни из самых эффективных юнитов. Сейчас вот с трех баз или как-то так. Они кастуют, то есть юниты недорогие, они очень эффективные и тяжело биться. Танки не нападет сейчас, посмотрите, у тиранвика. Ну, что за хрень? Ну, брать, что они здесь на второй стоят? ЦЦшку сейчас потеряет, ЦЦшку ни в коем случае терять было нельзя ему, потому что у него две их всего на данный момент, 78 на 152, это 4-1 в пользу Украины. Минато выигрывает четвертый раз, и сейчас будет Джокер. Если дальше, то проигрыш. Минато очень хорошо готов. Тиран Вик выходит. Ждем, ждем продолжения. Ну, я не знаю, кто там, Рева, капитан. Сейчас решат, кто там будет, что и где. Верди Next, говорит Рева. Ну, Верди так Верди, поехали. Я в эти процессы не встраиваюсь.
Ну, игры были близкие, я хочу сказать. И Титан был близок к победе над Мината, и Тиранвик тут, ну, у Тиранвика к победе он не близок был, конечно, но бился. И Рео не ляпаши. Ну, какая разница? Главное, результат 4-1 и... Да, водички накачал. Подкачал водички. Ну что, ждем готовности игроков и стартуем потом. Если Вердос не тащит, уже больше никто не будет тащить, естественно. Вердос готов, Мината пока нет. Вердос говорит, что пинг 500 чувствует корейцам, но корейцы-то просто проходят и турниры берут европейские на этом пинге. Ну, если сейчас будет олл-килл, вот тогда можно, ну, в смысле, не олл-килл, а Вердос выиграет, например, там можно себя корейцам почувствовать будет. Ну и сами решения принимали, кого выставлять, то есть на пинг плакать не надо теперь, жаловаться. Готов Ревочу выставить Вердоса. Отлично. Либо сам бы играл, или Тиран Вика второй раз выпустить можно было бы. Сеток никаких нигде нету. Ну что, вернулся Гейтгаз. Разведывает, видит, где живет Мината, видит хату. Пошел газ. Здесь у нас пул сейчас будет закан, да. Здесь Вердос в Нексус после гейта выходит через один газ. Стандартная достаточно тема сейчас. Хэппи отказался участвовать, да. Нет, после Дримхака не очень в настроении был. Может быть, в будущем получится куда-то его пригласить на такое. Ну, Хэппи увидите его завтра на Бобролиге, так что приходите, смотрите его. Кибернетку Вердоса ставится. Здесь есть пилончик около второго Нексуса. Позиция для пилона странноватка. Ну, здесь, видимо, вот такая вот стенка будет к Нексусу. Почему не здесь, не знаю. Так, ну что, Старгейт ставит, Мазеркор готов. По рабам равная ситуация, 27-27. Приходит Мината, ну, пробку не удастся убить здесь, под контролем Вердос, пробку спас.
плюс еще гейт от Вердоса. И еще плюс гейт. Да, здесь стеночка вот такая около Нектуса. Ну, странная стенка, честно говоря. Почему здесь ее не ставить? Все равно вот это направление открыто полностью. Сейчас пилон Вердос только ставит один. Еще за ним можно пройти, по-моему. Нужно как-то его, наверное, вот сюда ставить, чтобы застройка с газом была. И вот сюда гейт, например, добавлять. И да, только здесь проход будет. Не знаю, Вердосу виднее, по рабочим пока впереди. Два адепта есть. Оракул у Вердоса. Здесь линги выдвигаются. Здесь гейт пилон, да, проход здесь, но вот здесь-то, по-моему, неужели здесь нельзя пройти за этим пилоном? Может быть, так визуально выглядит, и там действительно нельзя пройти. Я в этом моменте абсолютно не уверен. Открывает Вертус гейт, ставит роба, ставит фаржу, простите, и твайлайт, и роба пошло. Ну, роба это интересно, но роба на такой позиции, где его сразу спалят. Летает оракул, есть одна спорка, да, там два оракула даже уже, обратите внимание. Адепты плюс сентря выдвигаются, у Мината лингов штучек 30, наверное, есть добавлено сейчас. Так, оракулом пытается Вердос расхарасить уже, но Мината законтраливает, достаточно четко рабочих отводит, не дает их убивать. Ну, с поля снял оракулом, нужно отрегенить поля, а можно будет ворваться, лингов еще добавился, теперь второй коготь уже пошел. Есть у нас новенькие адепты, варпс рабочих пока у Вердоса больше. Опять же, делается грейд, который в предыдущие разы все Вердос делал, но может быть сейчас он будет выходить в Нексус третий. Так и есть, выходит третий Нексус. Сейчас Вердос на 5, на 6 минуте. Надежный, короче, третий Нексус получается. Оракулы расхарасили, королеву забрали. Но один оракул тоже погиб, в итоге и размен-то не ахти. Здесь что-то по своим зелкам Вердос атакует. Пошел и Морфл первый в роба. Так, вот это уже интересно. Пытается Мината здесь окружить Вердоса. Ну, окружить-то окружил, но против адептов зелков абсолютно ничего сделать он не может. Вердос отгоняет, все отбивает. Так, у Мината все больше и больше. Лингов все сюда подходит. Сейчас пробки переводятся на вторую базу. Мазеркорп чуть на... А почему на мейне Мазеркорп висит? Бустится рабочие сейчас. 59-55 по лимиту. Ну, в этой игре пока Вердос все замечательно. У нас пошли интересные игры. Почему именно этот, не знаю. Если ты ставишь архивы темпларов и собираешься играть часть шаршконов, то нужно обязательно тогда газ быстрее добавлять. Вот здесь вот на третий. Это ключевой момент для успеха. Что там Чалик-то воет? На окне Чалик. Опять, наверное, видит там, как кто ничего не делает. Так, пилончик Вердос еще добавляет. Один гид. Фотоночка не помешала бы на этой базе, конечно. Здесь вот уже как-то стрёмно. Честно говоря, они ничем не защищены вообще. Еще архончик добавляется. Ну, вот это вот важный момент очень. И то, что Вердос бустит все это дело. Мината нету, короче. Такого же количества грейдов. Но у Мината есть ультралис кевер, но у него сейчас ультра пойдет. Да, здесь имморталы строятся, но пока их абсолютно недостаточно. Что там за бешенство-то? Охренеть можно. Так. Хайвовые технологии пошли.
Адреналин Линга, Ультралиск, да, два Ультралиска заказано, но не заказан армур Ультралиска, а это очень-очень важный момент. Ну что, Вердос собирается выдвигаться, ему в Беллингом делаешь самое главное, то есть Беллинги у нас будут со стороны Минат, 143-154, ситуация по лимиту, Вердос выдвигается, гейты добавляются. 2-1 грейды готовы, причем поля один из грейдов, и архоны, то есть жирнее стали сейчас намного, чем были. 7 бейнов наблюдаю. Бейлингов, кстати, много. Уже есть в армии 22. О, нет, что-то тут бейнов как-то многовато у Мината против зелков. Вот такого микса, конечно, хорошо очень работает. Оракулами бы, конечно, на обороне будут, если по оракулами там, допустим... Так, зелков подрезал здесь вирус. Оракулами стазисные ловушки поставить. Мината очень много бейнов делает. Но Мината еще любил бейлингов в Хотсе. То есть он шарит, что они решают. Но если нормально расконтролить со штормом все это, или не лезть вообще как-то сейчас по кайвердосу, то еще все можно сделать очень четко. Войска так интересно как стоят. У него, видимо, он антибейн такой не сплит, а просто позицию делает, чтобы зелки сразу все не прыгали вперед. Да, нужно отойти и, может быть, даже подхарасить мейн. Идет Минат вперед, Вердос отходит. Здесь у нас призма залетает на мейн. Нужно как-то разводить пытаться. Второй руба добавляется. Вот против этого микса можно добавить, например, тех же самых сейчас колоссов со второго руба. И вот эта вся хрень вместе с беллингами тоже, на самом деле, слабее станет. Но идеально, как мне кажется, к тому, что уже есть у Вердоса, тем более архивы темпларов 1000 лет как есть, можно просто запилить здесь шторм и псиштормовичков добавить, да. И шторм очень хорошо контрит вот и бейнов, и лингов, и достаточно часть их сбить, и все будет нормально. Но Вердос третья роба строит, и Вердос сидит на трех нексусах, вот что меня беспокоит. Почему-то не строит, даже четвертую базу не пытается. Но пока с зергом поровну, ну, мне кажется, уже пора бы. Так, бейны, ультралы, все подходит. Очень много пилонов здесь, эти пушки будут решать. Хорошо, Вердос принимает битву, я считаю, на пилоны нужно три уверчаржа выставлять. Все, слились все бейны, все нахрен в молоко слилось у зерга. И Вердос здесь законтроливает нахрен все, кстати говоря. Ну, с уверчаржами затыкал, если бы он еще вот на эти три пилона уверчаржи выставил и даже сюда. Ну, на всю энергию, короче, не стеснялся бы, то вообще бы в хлам бы развалил бы. Ну и так, в принципе, неплохо он подрался, я считаю, грейды хорошие. 3-1-1 сейчас будет, 3-2-2 не будет, конечно, но 3-2-2 это доступно только дроп 15, избранным только, сами понимаете. Для Вердоса 3-1-1 пока что, ну, то есть не дорос. Вот в Таиланде поживет, маленько. Главное, я уже говорил, что леди боем не стать там, например, и все будет нормально тогда. Ну, шутки в сторону, все серьезно, Вердос вперед идет в атаку. Стазисная ловушка. Заходит Вердос, кстати, на вторую, посмотрите, и здесь стазисные ловушки могут подрешать. Вот пошли они сейчас работать. Ох, как зелки сейчас взрываются от бейнов. Но у Мината исключительно ультралы остаются. Часть лингов поймана, и Вердос флам здесь все срывает. Сейчас ВП пишет Мината. Хорош Вердос. Все-таки счет размачивает. А может быть, это начало камбэка. Ждем от Украины игрока. Какая карта-то у нас осталась? Что мы не играли еще? Бурлящие джунгли. Блять, это ладерная карта, бурлящие джунгли. Так, протокол Рева говорит. Где протокол у нас?
Блять, что-то не вижу протокола. До 5 побед, напомню, идет. Востребованный киоск. Центральный протокол. Где центральный протокол? Вот он, центральный протокол. Создаем. Бывает что. Ну что, Кас выйдет или Блай собственной персоной соизволит выйти, чтобы Вердоса наказать? Сейчас посмотрим. Каз, говорит, меня на мясо кидает. Ну. Жду подтверждения от Вердоса. Гоу, не гоу. Поехали, все готовы. Кас против Вердоса. 4-2 в данный момент счет в пользу Украины. Если сейчас выигрывает касту, счет становится 5-2, победа. Пользователь Смейл, подчеркивание, Дед активировал премиум на ваш канал. Кто там бесится? Кто там бесится? Так, пришел сюда. Кто там так бесится такой? Ушастый, усатый. А? Спасибо за премиумы всем, ребята. Что, 2-4, поехали, ребятки. Вердос синий, Кас красный. Протокол, центральный протокол у нас карта. Кас говорит, на мясо меня кидают. Ну еще ведь была есть. Что, ребятки, КСМ-ка выдвигается, сейчас будет заказана ЦЦ-шечка, да, пошла. Вердос топ-1 Таиланда. Топ-1-2 со Скарлет. Ладно, давайте не будем развивать. ЦЦ-шечка ставится, здесь морфится, орбиталка.
Полетел мул. Ну что, бункер строится, самарики строятся, у Вертуса Нексус Адепт, все стандартно, абсолютно. Сейчас пока по рабочим впереди тоже абсолютно стандартный ход. Так, адепт тут при иллюзии своей. Кстати, если бы сюда залетел бы, наверное, Вердос бы не отменял бы тогда. Зашел бы на мейн, а здесь бы уже устроил бы разборки с рабочими бы. Вот, еще раз иллюзия сюда посылается. Ну, здесь депошка. Между прочим, депошка... Годите, а здесь пройти-то можно или нет? Еще не понимаю. А че Вердос депошку-то бьет, если внутрь пройти можно бы? Ё-моё, вот это лоб, смотрите... Госузастройка, откаса называется. Иллюзию можно увести, депошка-то не блочит здесь ничего. Здесь у нас 4 КСМ-ки, сейчас Рипер, Адепт зайдет и разборки устроит здесь. КСМ-ки очень серьезная. Ну, Вердос что-то фигней-то занимается. Туда-сюда летает, это иллюзии. Вот сейчас он залетит на мейн в очередной раз. Марики опять отстают, и опять можно обмануть, кстати говоря, попытаться уйти, но касса сейчас депошку закроет. Чё касса депошку-то не закрывает? Касса жесткий не до контроля идет. Смотрите, сколько проблем ему адепт один всего лишь устроил. Здесь КСМ-ки минус 4 штуки уже заминусовал. Ты кое-что на минку добежишь, Вердос, ну ёп... Уйти мой... А, прилет... Все, понял, Оракул прилетел, он специально так сделал. Оракул начинает рабочих разваливать сейчас. 9... 9 рабов минус со стороны Вердоса. Начало просто замечательное, но это еще не конец, потому что сейчас минки могут полететь. Хорош. Ну, вообще, Вердос молодец. Начал очень даже неплохо. Почему он Мариков не побоялся? Сбить бы ему, мне кажется, мог бы. Вот. Мув с адептом понятен стал только когда прилетел Оракул. Я не видел, что он подлетает. То есть адепт как раз-таки был уничтожен, чтобы Оракул пожег дальше. Но... как мне кажется, можно было обойтись без этого. То есть, если бы адепт был бы здесь жив, марики вынуждены были бы к нему приходить, а Оракула можно было бы вот куда, например, ворваться тоже. Ну, так Вердос поступил. В принципе, начало очень крутое по экономике, и он впереди. 10 рабочих убил оппоненту. Но нужно сейчас быть готовым, конечно, к коврыву любому там с минками, со всеми вот этими делами. Дома Твайлайт, Форжа, Робо Бэй ставится. Кстати говоря, вот он уже готов. Будет ли мув в призме, будет ли это дестабилизатор, либо колоссы, пока непонятно. Вот. Давай, удиви меня. Так, что там такое? Блинк пошел у колосса. Никаких дестабилизаторов, говорит Вердос, нахрен. Дестабилизаторы, они такие, они могут и себя дестабилизировать на самом деле. Поэтому Вердос опасается, строит колоссов. У касса био пошло. Реактор есть на старпорте медиваков. По две штучки уже строятся. Здесь у нас ревелейшн кидается, видит, как летит сейчас дропчик этот с двумя минками. Ну, здесь фотоночка на мейне добавляется везде. Все пока вроде как четко и... вроде как Вердос готов практически ко всему, но касса и не собирается дропаться-то пока, насколько я вижу. Почему касса не застроена, кстати? Вот если бы здесь депошка стояла, мне кажется, застройка была бы. Просто криво поставил, пытается кассу летать. Ну, обсервер все прекрасно видит. Дальше что, на вторую собирается касс ворваться? Ну, если ворвется, Вердос уверчаш поставит просто на пилон. Если бы этот пораньше пилон был, это был бы минус медивак кассы, он какой дэмэдж получил.
Всего 5 хп осталось. Эвердос выход делает вместе с Оракулом. Сейчас гейтуй. Гейтов сколько? Гейтов добавляет. 7 штук сейчас очень скоро будет. Идет вперед. Оракул рядом. Обсервер рядом. Минка здесь есть, кстати говоря. Ну, Эвердос заходит и получает от Минки залп сейчас. Ну, вот это фейл был абсолютный какой-то. Так, не надо дэмэдж получать. У колоссов сейчас будет рейндж очень скоро. Но у касса 2 либератора, кстати говоря. И с либераторами Эвердосу уже делать абсолютно нечего, кстати. Это очень опасная ситуация. Я вам скажу, пытается пробить Эвердос бункер. Бункер-то пробьет, но есть стимпак и есть либератор. Позицию он сейчас занял. И как Эвердосу его отсюда выбить? Я хз. Можно вот отсюда как-то колоссами, может быть, пожечь. Заходит Эвердос, ну фокусить надо либератора тогда, что он делает? Либератора отфокусил, второй, где я вообще не знаю, вроде два, вот второй выходит. Но Эвердос продолжает давить, обратите внимание, вместе с Оракулом. Либератор сейчас упадет, колоссы приходят, и колоссы и Мортал плюс адепты. Эвердос разваливает касса, 4-3 счет становится. Последний игрок от Украины сейчас выйдет, Блай, ну и потом уже будут... Джокеры, если Эвердос сравняет счет, потому что сейчас Эвердос уже Джокер, как бы он второй раз вышел. Ну что? Ульрена, говорит Блай, гоу. Ну что же, стартуем Ульрену. Любит Блай эту Ульрену за Увердоса в игру, за Узерга в игру, за Ублая в игру. Так, а что я сделал? Какую-то херню я сделал. Так, что-то Блай не заходит. Еще раз зову. Две минуты Блай бросит. Не знаю, что там случилось. Ну, мы никуда не спешим. Пару минут подождем. Нет, Верди можно считать корейцем будет, если он выиграет всех. Я уже об этом говорил. Пока еще рано. Пока так еще на... на удачку тащит. Можно съехать на этот момент. Так, поехали. Блай пришел, все готовы.
3-4. Счет у нас. Поехали. Ульрена карта. Ну, тут Блай выбирал карту, поэтому жаловаться не приходится. Какую выбрали, такая и есть. Что достраивает пилон, вердут здесь хата, вот где снизу заказано. Пробку сейчас на ровном месте сливает, ну что за фейлы такие? Ну пинг, конечно, но пробка-то на месте стояла, ехала бы, она была бы в движении, ёб, никак бы дрон не смог убить бы. Вердоса пока никуда нету, вижу кибернетка, что пошла. Так, и второй газ какой-то такой, билд от вердоса очень... Ну, на этой карте тяжело здесь Нексу ставить, поэтому такой агрессивный билд Вердос, собственно говоря, и делает. Покусал пилон, зачем-то Блай ушел. В итоге пилон все хп восстановит, надо было продолжать кусать, наверное, его. Да, быстрее бы он был уничтожен. Газа у Блая нет, это очень важный момент. Варп пошел у Вердоса, бустит адепта. Все, конечно, интересно, хорошо. Нужно Нексу ставить побыстрее. Шесть лингов Блая здесь против одного адепта Вердоса. Ну, он контролит адепта, лингов отгоняет сейчас. Можно вперед выдвинуться им, похарасить. Так, 8000 рублей становится призовой. Ну, неплохо. Что я могу сказать? Старгейт у Вердоса пошел. Застройки нет у Вердоса. Ну, Нексус поставил, Нексус готов. Овера, кстати говоря, не видит сейчас, а Овер зато все видит. Ну, правда, Овер не видит вот такой вот там картиночки, как видим мы. Он увидит только, что есть Твайлайт. Вот, а что в этом Твайлайте происходит? Не знает Блай. Газ начал добывать. Третью хату поставил сейчас. Вердос открывает гиты. Линги уже на муве. Адептов все больше и больше становится. Здесь Блай пытается пробежать. И, между прочим, пробежал наверх. Ну, что за... Пилон не поставил. Элементарные моменты. Пилон здесь ставить надо, чтобы, если не хочет, чтобы так линги пробегали. Но, в принципе, линги ничего не убили абсолютно. Оракул летит вперед. У Блая спорок, между прочим, нету. Оракул залетает сейчас. И можно, и нужно сейчас нарезать в итоге рабочих-то. Вердос и делает, кстати говоря, до готовности спорки. Пару дрончиков подрезал. Но нужно оракулу уводить, иначе плохо будет. Плетку ставит Блай. Роуч Ворон делает, линги есть. Вердос заказывает третий Нексус сейчас.
Ну вот если играть билд, как Вердос играет такой, то нужно сразу заказывать еще один грейд. Грейд, сами понимаете, какой. Это должны быть сейчас блинк сталкера. Но я вижу пока только второй старгит. И вот это вот странно, что со вторым старгитом Вердос собирается делать. Грейлок добавил. Почему в первой-то не работает? Нахрена ему второй старгит? Думает, что там свич будет мутку какую-то. По-моему, тут Твайлайт блинк бы вообще бы зарешал против таких свичей как раз-таки в мутку. Летает Оракул, выставляет Вердос сейчас Ревелейшн на мейн. Ну, зачем он там нужен на мейне, я даже не знаю. Здесь адепты приходят. Нет, сустрите, не отменить. Вижу пилончик. Так, да, заказана грелка в первом старгейте. Но нужно, чтобы тогда бустились они, эти старгейты. Во втором также заказано. Гидра Дену была, я пошел сейчас. Делается муф роучем. Почему-то роучи строить не стал Блайчик. Рабочих у Вердоса больше. Пока все хорошо, как бы у Вердоса. Блай вот 16 дронов заказывает. Раскачивает все три базы, хочет, чтобы у него добывались. Но тоже решение абсолютно верное. У рабам вперед вырвется. Микс, в принципе, грелки. Кстати, адепты. Если роучи много не будет, может зарешать этот микс, мне кажется. Ядру можно убить, но Блай уже люркер, люркер Дэн, простите, делает. То есть, переход в ультру, в люру делает. Даже не переход, а добавление к своим юнитам люры делает. Так, здесь у нас слинги все еще бегают, все еще харасят. Вердосу пробку сгрызают. Вердос собирается идти отбиваться. Ну, адепты быстро лингов этих покарают. Вот не хватило чуть-чуть, секундочку буквально, чтобы убить адепта еще. Вижу, что Оракул летает. Несколько роуч есть. Блай 7 гидралов делает. Скоро уже люра попрет вовсю. Нету обсервера, роуч, большая ошибка. Крип уже под второй базой своей. Это просто, ну, не очень хорошо, конечно же. Вот я вижу, адепты плюс грелочки сюда выходят. Вот у нас тут строится оверсир. Морфится, я бы сказал бы даже. Ну, оверсира моментально, наверное, скажешь, же сгреет. Оракул уже, ой, грелки здесь есть. Грелками лучше, кстати говоря, отфокусить роучи, я считаю, потому что по ним хоть бонус есть. Нужно разогрев рубить сейчас Вердосу обязательно. Разогрев у него врает. Королев очень много энергии, трансьюзы есть. Грелки подставляются, адепты тоже подставляются. Ну, гидры тут поубивал Вердос, конечно. Нужно сваливать отсюда, потому что все уничтожено в итоге. И это печально. Плюс Оракул убит. А обнаружения, кроме Оракула, кстати говоря, никакого и нету. А это совсем печально, кстати. Если Блай поймет, что происходит, заморфит люру, будет вообще жесть. Какой-то странный выход от Вердоса был, честно говоря. Если бы он сразу здесь где-то роучи принял бы, попытался, может быть, что-то вышло бы из этого, конечно, да. Чуточку ФП от Блая. Третий старгейт ставится. Плюс один делается грелком. Так, Ультралиск, Кэверн пошел у Блая. Потонок 0 у Вердоса везде. И, кстати, а как оборону-то держать по всем направлениям, я не понимаю. Плюс 3 вайпера Блай строит. Четвертая база добывается. Спокойно. Хараса как-то от Вердоса нет. Но вот без призмы, конечно, этот адептовый микс, он какой-то, ну, честно говоря, странный получается. Счет адептов на варпил здесь. У Бла есть 3 люркера, кстати говоря. Так, еще до варп адептов идет. Блай готовит тут врыв небольшой. Кстати, врыв прокатывает, это называется, надо держать на застройке юнита всегда, чтобы врывов таких не проходило. Грелок у Вердоса много стало, но помните про то, что вайперы контрят очень хорошо, вот такие вот дела сейчас. 164, 100... Так, заказывает Бла еще гидру, но слишком Вердоса, кстати говоря, много. Но против люры у него вообще ничего нету, против вайперов. Тоже грелки могут не устоять, особенно если сплита не будет, а на пинге сплита может и не быть. На пинге тяжело это очень делать.
Как Вердос собирается драться с Люро, я просто не понимаю. То есть что там, на Корее Люро не строят, что ли, на корейском сервере? Вот Вердос видит Люро, ну и что дальше? Нужно сваливать отсюда, конечно. Пытаться позицию, что ли, занять нормальную, адекватную. Там уже ультралы пошли, 1-1 грейды. Вердос исключительно адепта грелки здесь. Больше, кстати говоря, нагрелок и грейдов даже не делается. Оракулов строит Вердос. Ну да, был бы оракул сразу, можно было проатаковать, возможно. Но адепты все равно малоэффективны против того, что угла есть. То есть даже если видно будет люру, как к ней попасть к этой люре будет, непонятно. Оракул подходит сюда. Лоб вот эту хренью ломать, ну не знаю. Пошла атака. Смотрите, как адепты от люры страдают. Вайперы кидают каст на грелок. Это минус Вердос, ребятки. Грелки все падают, Бла идет вперед. Ну, может и пинг зарешал, но сплита не было изначально. Нужно понимать, что против вайперов сплит должен быть изначальный. 5-3. И Украина побеждает сегодня. Когда-нибудь сделаем реванш мы, я так думаю. Вот. Ну, то есть, если у тебя пинг, ты обязан грелок заранее расплитить. Ну что, ребятки, как я и обещал, буду закругляться. На сегодня у нас все. Сегодня я не собирался долгие стримы делать. Запись выложу на YouTube. За внимание всем спасибо. Завтра приходите на Бобролигу. Будет она проходить. Вот. Увидимся завтра.